60 дополнительных мест для детей дошкольного возраста создано в Мурманске. Еще 160 планируется создать в текущем году. Власти города обеспечили такой результат за счет открытия новых садов или реорганизации действующих образовательных учреждений. Я люблю в уголке играть, конструкторы собирать, еще всякие домики делать. Я строю машину, подъемный кран. Да. Зарядку еще делаем. Еще ложимся иногда спать, отдыхать на ковре. Эта новая группа открылась еще в прошлом году. Последнее время 63-я прогимназия была начальной школой. Сейчас трехлетка закрыла набор. Пока дают доучиться уже набранным классом. В ближайшее время их учащиеся станут выпускниками и освободят места для новых дошкольных групп. Предполагаемое число мест новых 160, если я не ошибаюсь, за счет того, что мы открываем новые детские сады, за то, что вот мы возвращаем на историческую родину детские сады, которые были раньше детскими садами учреждения, и за то, что мы оборудуем помещения, ранние групповые помещения, которые теперь используются не в соответствии с функциональным назначением. Малыши приходят в новые отремонтированные помещения. Стеклопакеты, ламинированные полы, новая детская мебель для занятий и сна. Для упрощения работы педагога каждый класс оснащен компьютерной системой. И таких садиковских групп с годами все больше. Буквально вчера глава городской администрации проверил готовность после ремонта детского сада номер 121. Уже этой весной в него пойдут полсотни маленьких мурманчан.